Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Огромный сибирский антициклон, вернувший зиму на юг Сибири, разворачивается, вытесняя остатки почти летней погоды Забайкалья на восток. А с запада из-за Урала его уже теснят волны тепла циклонов. А теперь о погоде более подробно. В субботу 1 апреля в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Ночная температура опустится до минус 11-13, в дневное время ожидается минус 1-3 градуса. В последующие двое суток погода также без осадков. 2 апреля в ночные часы минус 10-12 градусов, днем синоптики прогнозируют около 0. 3-го в темное время суток минус 6-8, в дневные часы воздух прогреется до плюс 5-7 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю хорошего настроения.